Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор нового каталога компании Faberlic, это каталог номер 4, который начинается с сегодняшнего дня, с 6 марта по 26 марта. Если вам интересно, какие будут новиночки, какие будут акции, цены в этом каталоге, то оставайтесь со мной до конца и всем приятного просмотра. Друзья, спасибо большое за обратную связь. Прежде чем начнем обзор, хочу еще раз вас поблагодарить. То, что прошлый обзор кому-то понравился, кому-то не понравился, но большинство, конечно же, написали, что все-таки нужно разговаривать, нужно все-таки болталка. Вот есть подписчики, которые просят молча листать каталог. Вот. Ну а большинство все-таки попросили, чтобы мы разговаривали. Поэтому возвращаемся к старой традиции, будем с вами листать и озвучивать каталог. Итак, на обложке каталога новинка. Сразу две туши. Тушь для ресниц. Одна идет эффект наращенных ресниц. И вторая идет удлинение. Да? Экстраобъемная тушь. И сразу же компания предлагает приобрести их по акции. Если вы берете что-либо с каталога на 2500, то любая тушь будет за 1349 тенге. Очень смешная цена. Но насколько они хорошие или нехорошие, я не могу сказать. Новиночка. Девчонки, пишите, кому какая тушь нравится в Faberlic, делитесь своими отзывами. Ну а вообще эта тушь будет стоить 2259 тенге. Вот это вот как бы сейчас самая адекватная цена. Вот. Но по моему опыту хочу сказать, что вот кисточки у них очень даже ничего. Но вот у этой кисточка больше мне нравится. Поэтому жду ваших отзывов. Ну, начнем. Смотрите, тот, кто получили карту в каталоге номер 3, сейчас самое время ее активировать и воспользоваться и приобрести продукты со скидкой до 70%. Вот. Обновленная линейка вербена. Обновленная. Ну и, соответственно, цена чуть-чуть, наверное, стала дороже. Я вот, кстати, не помню. Ну, она незначительно дороже, чем была раньше. Ну, посмотрим дальше. Ну, хочу сказать, что с прошлого каталога Faberlic тоже чуть-чуть все-таки цены подняли. Но это и нормально, друзья. Я еще раз хочу обратиться ко всем. Все, кто резко осуждают, почему все дорожает в каталогах, что они этого недостойны, что косметика должна быть дешевой. Но там такие же люди работают в этих компаниях, как мы с вами, которым тоже нужно платить зарплату. Эти люди также платят коммунальные, также ходят за продуктами. Хотя бы элементарно из-за этого, друзья, ну тоже цены растут в компании, потому что, ну вот, как-то так. Бонус за покупки. Любая палетка со скидкой до 55%. Вот. Такая вот. Ароматы. Бьюти кафе 4000. И Каори 3. Не вижу. 3519. Вот как-то вот плоховастенько здесь с красочкой на этой страничке. Аромания. Это мини-ароматы. 30-миллилитровые. 1500 тенге. Это, кстати, тоже новая линеечка. Я как-то вот ее прошагивал, не замечал. Шампунь-бальзам 700 тенге, 250 миллилитров. И крем для рук 549 тенге. Ну, это для дома. Хом, друзья. Это для дома. Скатерти, варежки и так далее. Но если кому-то хочется разглядеть более подробнее. О, минажница, интересно. А, вон она как, она крышечкой накрывается. Я все себе хочу купить минажницу под орешки. И вот все ищу, и какую-то хочу такую, какую-то такую хочу, но не такую, как у нас часто клиенты. Так, 4200, ну, кстати, я подумаю, может быть, я даже себе ее и закажу. Материал волокно пшеницы. Вау, крышка полипропилена. Интересно. Дальше все посудка, контейнеры, ну, интересно. Но меня больше всего, конечно, интересует косметика. Больше интересно, конечно же, ароматы. Поэтому будем листать дальше. Каталог толстенький, поэтому, чтобы мне было удобнее листать, я его постоянно проглаживаю, так скажем.
преддвериях 8 марта. Ну, кстати, возможно, вот этот каталог, ну, опять же, сегодня 6 марта уже, да, и навряд ли уже этот каталог к 8 марта. Этот больше уже к Наурызу. Маска для сна 3000 тенге. Офигеть. Без комментариев ничего сказать не могу. Все как-то так заглядываюся. Ну, я честно вот сравниваю каталоги. Но у нас сегодня несравнительное видео. Сегодня мы с вами просто листаем. Надо как-то залезть и уже посравнивать каталоги. Мне кажется, что, знаете, все равно и Фаберлик, если раньше он сильно отличался по ценам от Эйвона, то сейчас практически сравнялись, наверное, по ценам. Вы еще не забывайте обращать на объемы. Вот когда дойдем до геля для душа, допустим, здесь объемы совсем другие. Хит продаж. Восстанавливающий активный спрей 700 тенге. Спрей 2 в 1. Спрей и лед. Вот так. Кислородное увлажнение. Кислородное дыхание. Что будет следующее? Следующее уже совсем другое. Эксперт. Линеечка Эксперт. Гуаша. Спасибо, отжимай. Набор для ухода за кожей лица 4000. Сменная щеточка 449 тенге. Ну, кстати, недорого. Щетка массаж для очищения лица 9000. Ой, ну здесь я уже, ну, ультразвук для очищения, как в салоне красоты, 15 тысяч. Очищает поверхность кожи от загрязнений, способствует удалению черных точек. Прям вот хочется, прям интересное такое предложение. Ну, кстати, да, вот у меня есть знакомые, у кого салон красоты, сказали, что сейчас, конечно, это уже не как раньше. Сейчас салон красоты, вон тюбик купил, и в салон не надо ходить. Так что все есть. Были бы деньги. Гардерика. Набор дневной крем и ночной 4819 тенге. А по отдельности по 3000, ну то есть 6000. Если вы в паре берете, то, конечно же, дешевле. Ботаника. Как всегда, самые бюджетные крема это в ботанике. Так, Love шампуни для всей семьи. 1200 тенге за 400 миллилитров. Это вот прям халявно-халявное. Крем для рук 700 тенге. Я про вот этот говорю, а здесь с этой странички, вот, кстати, по 500 тенге, 70 миллилитров. Детская линеечка. 800, спрей 1200, щетка 1700. Подгузники. Это тоже новая детская линеечка. Гель-бальзам для мытья детской посуды. 1000 тенге. Так, декоративная косметика. Что будет здесь интересного? Помадка для бровей 2500. Вот, кстати, в Эйвоне что-то вот у меня последнее время уже все перестали. Для бровей вообще как-то все сложно стало. Про ногти я уже говорил. Ногти вообще перестали заказывать. А вот для бровей тоже. Прям выходит.
Не из моды, я не знаю, может быть, что, тоже в салоне стали, наверное, делать. Жидкая глянцевая губная помада, 1500 тенге. Автоматический карандаш 750 тенге. Ну, вот, конечно, с Эйвоном не сравнится. В Эйвоне уже почти 2000 стоит выкручивающийся карандашик. Здесь пока 750 тенге. Но он, кстати, еще в прошлом году был 650. Поэтому он тоже цены потихонечку поднимаются. Поэтому... Так, стойкая подводка 1600. Угу. В этом каталоге она дороже. В предыдущем дешевле. Тушь для ресниц, ну тоже, видите, от 2000 выше. Поэтому, если у вас будет возможность, успейте приобрести по вот этой акции за 1350 тенге, это... Халява халявной. В наше время уже 1300 тенге. Это не знаю. Автоматический карандашик для губ. 750 тенге. Такая же, в принципе, цена. Монотени. 650 тенге. Тоже нормально. Так, тональные. Разные тональные. В принципе, фаверлик их... А выбор большой. Вот самый, наверное, недорогой, это вот этот, вот 1500 тенге. А он какой идет? Увлажняющий. Угу. Разглаживающая пудра для лица 4500. Ну вот и для ногтей. Лаки для ногтей 1300 тенге. Или бонус за покупку. Любой лак для ногтей всего лишь 800 тенге. Уход за ногтями. Так, переходим на страничку ароматов. Здесь уже интересно. Здесь уже интересно. И это, видимо, новиночка, парфюмерная вода. 5000 тенге. Цветочно-пряный аромат. Сенсуэль 3259 тенге. При покупке двух продуктов. Ну, вон, можно наборчиком составить. Ну, кстати, 3200 это вот еще по акции идет. А так они видят, как я понимаю, эти ароматы, вот они идут по 4000. Поэтому 3200 это вот как раз это со скидочкой. Валентин Юдашкин. 10000. И это понятно. Фелиция 3700 тоже еще пока более-менее держится, но было 3,5 еще совсем недавно. Товария 4000 мужской, женский 3500. Ой, какая косметичка. Смотрится неплохо, но цена, конечно. У меня есть косметички в продаже. А такая вот она универсальная. Ну, по цвету, конечно, мужская. А так, в принципе, универсальная. И 2500, и неплохая косметичка. Восьмой элемент. А где сам аромат? Сам аромат... Триммер 7000. О, Ланцелот 4000. Кстати, 4000 хорошая цена. У меня есть маленький аромат.
Он уже, кстати, скоро закончится. Надо будет еще один такой же маленький взять. Мне нравится, я периодически им пользуюсь. Он у меня есть в моем гардеробе. Мужские шампуни по 1000 тенге. Ага, вот, пожалуйста. Еще буквально недавно они были где-то 790, сейчас уже 1000. Ну, это страничка без скидок. И, кстати, опять восьмой элемент пропал. Я здесь его не вижу. Может быть, он будет в конце каталога? Не знаю. Давайте пролистаем, посмотрим. Арома. Краски для волос. Так, стойкая крем-краска. О, 1350 тенге. Это салон. Хорошая цена. А эксперт 1500 тенге. В прошлом каталоге была 1200. Шампуни эксперт 1250 тенге большие. Сухой шампунь 1800. Ой, а что-то он здесь такой дорогой. По-моему, в прошлом каталоге он дешевле был. Кстати, напишите отзыв, кто пользовался сухим шампунем Faberlic. Потому что он здесь в разы дешевле, чем в Avon. Мне вот просто интересно. Эйвенским я пробовал, я его тестировал. Я, к сожалению, не помню эффект, насколько он мне понравился. Будет возможность, обязательно еще раз протестирую. Шампунь для сухих 900 тенге. Это что? А, это 400 миллилитров. Ну, в принципе, такая же цена. Шампунь Ботаника. Не вижу, где цена. Любой гель для душа. А, вон, 900 тенге. Шампунь для всех типов. Ну, это вот новиночки. Ну, кстати, они очень неплохо вживую смотрятся, прям симпотно. 700 тенге, они 380 миллилитров. Помните, я в начале каталога говорил, что обратите внимание, что Faberlic, гели для душа, шампуни, прежде чем смотреть на цену, все-таки обращайте внимание еще на объем. Ну да, у нас в Avon пол-литровый стоит 1200, пол-литровый, но здесь 380, 700 тенге. Но здесь нету, по-моему, 250 миллилитровых. У нас 250 миллилитровый стоит 850 тенге. То есть, ну, грубо говоря, на то и выходит. Гель для интимной гигиены за 900 тенге при покупке на определенную сумму с каталога. Вот, кстати, шариковые дезодоранты. И вообще, я, конечно, хотел на эту тему, но я, наверное, может быть, отдельно буду видео снимать. Может быть, у меня получится где-то в магазине цены поснимать. Я хотел бы вас успокоить, кто еще... Может быть, кто-то не ходит по магазинам. Я сегодня был в магазине, приблизительно посмотрел. Я не нашел шариковые дезодоранты дешевле 1000 тенге. Именно вот такие вот жидкого формата. В магазине все шариковые дезодоранты стоят от 1300, 1600 и 1800 тенге. У нас в Avon и в Faberlic они стоят 1000 тенге. Поэтому я и гели для душа, и шампуни, там такая же история. Поэтому еще раз хочу всем сказать, что, может быть, вы в магазине, в магазин многие давно не ходили и не сравнивали цены, но реально, вот, пожалуйста, 900 тенге шариковый дезодорант. Еще раз говорю, в магазине шарики дезодоранты стоят 1500 в среднем, 1500. Зубная паста, вообще. Про зубные щетки, кстати, хотел тоже сегодня обратил внимание. Зубные щетки, самая дешевая, которую я нашел в магазине, 1300 тенге, по-моему. Тоже, если не ошибаюсь, или 1500. В основном все 2000 зубные щетки, офигеть. Вот, пожалуйста, Faberlic 800 тенге. Есть еще, по-моему, тут линеечка недорогая. Вот, пожалуйста, по 500 тенге. Это для волос. Эксперт Шарма. Товар не участвует в акции. Нано-пемза для ступней.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 4000. Средства для интимной гигиены. Это кислородная косметика. Косметичка, хотел сказать. Аптечка. Аптечка. Фитобальзам для кожи вокруг носа. Легким массирующим движением нанесите фитобальзам на кожу вокруг носа, на крылья носа по мере необходимости. Помогает справиться с неприятным спутником насморка, раздраженной сухой кожи вокруг носа. Эфирные масла способствуют облегчению дыхания, успокаивает и смягчает кожу, восстанавливает защитную функцию кожи. Слушайте, ну интересная вещь. Активный компонент на масло ши миндаля, комфора натуральная, эфирным. Ну вот я не знаю, надо мне или нет, а сколько он объем? 30 мл. О, так это в принципе надолго хватит. Ну, переходим к страничке БАДов. Давайте немножечко ускоримся, чтобы уже не растягивать сильно видео. Вы можете в любой момент нажать на паузу и посмотреть более внимательно или сделать скрин. Сухой белковый суп. Я уже много чего здесь перепробовал. В этот раз решил заказать себе, сейчас если увижу, то скажу, что из БАДов. И все, знаете, и забываю их пить, эти таблетки. А, вот, мне порекомендовали в офисе, где я получаю свой заказ, вот такую вот смесь экстратов Секрета Востока. Ну вот, пробую, пью, но забываю. Чай я не забываю пить, а вот эти БАДы, честно сказать, забываю. Ну вот, кстати, чай, я уже неоднократно возвращаюсь и смело могу советовать, потому что это действительно полезно, по крайней мере, точно не навредит. Вот, я себе вот заказываю вот гастро, у меня была изжога, я, в принципе, практически от нее избавился, я пропивал каждый день с утра или вечером вот пакетик вот этого. Защита желудка и действительно помогает. Действительно, они помогают. Массажер для стоп. Самый лучший массажер, это когда кто-то делает массаж. Мельница для специй, 2000 тенге. Ну уж могли бы за 2000 тенге туда насыпать и черный перец хотя бы, горошек для начала. Спрей для цитрусовых. Тоже все смотрел на этот спрей. Один раз хотел заказать, его не было на складе. И в итоге я передумал заказывать его. Мне проще лимон ножичком отрезать. Но, опять же, видите, он удобен, если делать какие-то, побрызгать на салатик, да? В последнее время очень-очень редко получается что-то готовить, поэтому не до этого. Так, стиральные порошки, 2259 тенге. Вот, пожалуйста. Даже мерная ложка стала 29 тенге, хотя была 19. Тоже дорожает. Для манжетов и воротничков. Жидкий. Ну вот, кстати, тоже я взял себе вот этот гель для стирки, для белого. Постирал белое, кстати, убрал в шкаф и даже не проверил, а насколько все отстиралось. Кондиционеры для белья 1000 тенге. Коврик для ванны. Я просто смотрю, думаю, что это такое шоколадный. Шоколадный бирюзово-кремовый. Коврик для ванны есть даже. Так, для посуды 900 тенге.
Гель для мытья посуды. Жидкое мыло 649 тенге. Ну, в принципе, здесь немножечко подорожало, но вот как-то пока так. Освежитель воздуха 650 тенге также. Ну и разные средства. А, любое средство для уборки 879 тенге при покупке двух. Угу. Средство для духовки получается 1500, а если мы два берем... Ну, в общем, с этих страничек, я так понимаю, можно два средства заказать и будет по 879 тенге. Это очень хорошее предложение. Воспользуйтесь обязательно. У меня вроде бы пока все есть. Все есть, ничего не надо. Тряпочки, перчатки силиконовые, 5000 тенге, офигеть. Тихо. А, по бонусу они будут 2900. Прекрасно. Для обуви. Я тоже себе заказал для обуви спрей защиты от влаги и грязи. Но брызгаю, пока не могу дать какой-то конкретный, нравится или не нравится. Ну, ноги сегодня все равно промокли. У меня, кстати, сегодня дождь. Во второй половине дня разгрозился дождь. Пришел насквозь весь мокрый. Больше не от дождя, наверное, от лужи. Одну лужу перепрыгиваешь, а в другую попадаешь. Для животных. Что-то какое-то время даже корм появился и пропал. Так, ну и страничка мода и стиль. Осталось совсем немножечко. Осталось совсем чуть-чуть. Как всегда, по традиции, надеюсь, в конце каталога будет что-нибудь дешевенькое. Что-нибудь по акции, что-нибудь со скидочкой. Сейчас мы это и узнаем. Ну, не знаю, одежда все-таки, фаберлики дороже намного, чем на рынке. Так, ну вот и начались со странички счастья, как я их называю. Любой гель для душа 645 тенге. Вот, пожалуйста, нет, есть 250 миллилитров, вот фаберлики тоже есть такие гели для душа. Ну да, они здесь дешевле получается, 649 тенге. У нас 850 в Эйвоне. Парфюмерные гели для душа 650 тенге, но они 150 миллилитров. Спрей для тела мужской по 750, женский 700 тенге. Все честно. Мужские должны быть дороже. Мини-ароматы. Вот жалко, нету Ланселота. Я бы себе заказал. Тем более такая акция. 1645 тенге. Ну ладно, может быть в каком-нибудь следующем каталоге будут масочки для лица. Крем для рук, крем для ног. 750 тенге, но при покупке со всего каталога можно и взять за 500 тенге. Для волос морошка. Бьюти кафе. Гели для душа 200 миллилитров по акции 500 тенге. Ну, то есть, вот, в принципе, ниже некуда. 500 тенге. Крема Beauty Cafe 549 тенге для рук. Ну и жидкое мыло 650 тенге. Ну, в принципе, вот Beauty Cafe линеечка всегда придерживается как бы стабильно, что ли, цена. Новиночки. Ну, как новиночки? Вообще, по идее, это просто, наверное, обновленная такая линеечка, потому что в Фаберлике уже были такие спреи. Может быть, не было всех. Но вот арбузный точно был. Сочный коктейль арбуза и спелой дыни. Тропический вьюнш, ананас и лайм. Ну, в общем, обновились. Но обратите внимание, что раньше гели были маленькие. Теперь они 380 мл стоят 900 тенге. А спрей такая же цена осталась, как она была в прошлом году. 500 тенге за спрей. Ну, не знаю, не знаю. Повезло.
Вейвани, конечно же, не в два раза дороже. Может быть, сейчас это новинка и такая премьерная цена. Может быть, они все-таки будут подороже, не знаю. Поживем, увидим, друзья. Тем более, каталог уже этот мы пролистали. Будем ждать уже практически апрельский каталог. Солнцезащитная линеечка уже актуальна во многих регионах Казахстана. Уже палящее солнце. Люди уже ходят, наверное, на пляж загорать. А у нас наводнение начинается. У нас все, пипец. Друзья, ну что, вот в принципе и все. Это акция для новых покупателей, кто зарегистрировался с 6 по 26 марта. И могут приобрести, могут забрать свой аромат на выбор всего лишь за 5 тенге. Ну что, друзья, ну вот в принципе вот такой вот у нас получился с вами обзор каталога Faberlic. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Еще раз вас благодарю за ваши отзывы, за вашу обратную связь. Продолжайте это делать. Пишите, чтобы я понимал, что я не зря здесь остаю и снимаю вам это видео по полчаса. Очень хочется обратной связи. Нравится, не нравится. Что вам не нравится в моих обзорах, что нравится, я буду стараться усовершенствовать. Благодаря вашим отзывам я понял, что... Насколько я все равно этот каталог еще плохо знаю, лучше все-таки его листать вместе с вами. Ну, то есть листать его, проговаривать все, разговаривать с вами. В общем, будем делать, продолжать в таком же репертуаре. У меня на этом все. Спасибо большое еще раз, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока.